В конце июля окружной комитет солдатских матерей вновь посетит Южный военный округ. На этот раз, чтобы охватить как можно больше войсковых частей, Людмила Буряк и ее помощница Наталья Кулаева отправятся в разные районы региона. Проведать ямальских солдат в Новороссийске и области поручено Кулаевой. Буряк отправится в город-герой Севастополь. И, как обычно, не с пустыми руками. Ко дню Черноморского флота солдат ждет приятный сюрприз. Мы закажем автобус и сделаем экскурсию по городу-герою Севастополя. Ну, естественно, будет сладкий стол. Ездить по войсковым частям, вот мы ездим по войсковым частям, это, ну, всегда не с пустыми руками. И в этот раз очень приятно, что нам помогли город Новоуренгой, это федерация мини-футбола. Они нам подарили комплекты для футболистов и попросили передать вот именно для ВДК «Ямал». Вот мы с удовольствием эту миссию выполним и подарки вручим. В этом году очень хорошую помощь нам оказывает финансовую информационную поддержку. Это департамент по международным связям под руководством Мажарова. Я очень надеюсь, что это будет не разовая помощь, а и дальше будут помогать. Но, тем не менее, работаем со всеми в одной команде и делаем одно общее дело.